Исполнительная власть будет тесней сотрудничать с законодательной. Таков был главный посыл встречи депутатов Законодательного собрания от партии «Единая Россия» с губернатором. Сотрудничество заключается в регулярных встречах с комитетами, фракциями ЗСО и депутатами поселений, а также в контроле поступающих в отрасли бюджетных средств. В настоящее время исполнительная власть согласовывает платежи предстоящей недели, которые идут из бюджета на выполнение каких-либо работ, а у нас есть время для того, чтобы проверить своими глазами и силами членов партии «Единая Россия» и силами членов общественной палаты, как эти работы были выполнены. Большое внимание на вопросы, связанные с основными финансовыми решениями текущей недели. Это поддержка молодых специалистов, ремонт соцучреждений, переселение людей из аварийного жилья. К примеру, на этой неделе выделено 25 миллионов рублей на переселение жителей домов по улице Любови Шевцовой. Эту тему необходимо на следующий год продолжать. Мы будем вас просить, чтобы в проекте, соответственно, бюджета эти средства появились, чтобы дальнейшее расселение по улице Локомотивной, по улице Автозаводской, оно в соответствии, так сказать, исполнением решений судов и решений муниципальных органов, оно происходило. Продолжается ремонт домов культуры. За 2017-2018 года он проведен в 60 зданиях по всей области. Принято решение продолжить ремонт и в следующем году. Мы будем просить вас обратить внимание на то, что там, где еще не завершены ремонты, чтобы они в 2019 году были продолжены. Там, где необходимо подзакупить, может быть, мебели, может быть, инструментов и так далее, чтобы этот проект, который великолепно работает в Ульяновской области, он не останавливался. Продолжится и проект общественной палаты «Что не так?». Пока не ясно, какой формат данного проекта будет выбран. Однако необходимость в нем, по мнению жителей и властей, есть. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».